Добрый день, меня зовут Евгения. Представляю компанию София Home и Аиша Home Текстиль. Наша компания производит текстиль, у нее полный цикл производства от махры до готового изделия. Это полотенца, покрывало, кухонный текстиль, декоративные подушки, даже постельное белье. На выставку в этом году мы привезли несколько позиций халатов, также полотенца, покрывало, вафельные полотенца для кухни. На выставке в целом очень интересно, очень много производителей разных тканей, моделей. Очень интересно это все наблюдать, и все очень красочное, яркое, и можно посмотреть качество и увидеть разные позиции. Это очень интересно для всех производителей и поставщиков. Также хотелось бы поблагодарить агентство по продвижению экспорта Республики Узбекистан. Благодаря им, я думаю, в частности, в большей степени Узбекистан, и эта большая экспозиция Узбекистана может сейчас показывать свои изделия и предлагать их для продажи и покупки.